Свобода и радость встречи с родными. Украинские моряки с танкера «Рута», захваченные в плен возле берегов Ливии 3,5 года назад, наконец-то вернулись домой. Как это было, видели наши корреспонденты. После 3 лет тюремного заточения они вернулись домой. На посадочной полосе мужей, сыновей и отцов встречают самые близкие. В апреле 2017-го военно-морские силы Ливии под дулами автоматов захватили 2 судна. Среди заложников оказался украинский танкер «Рута». Капитан Николай Шакун вспоминает, по судну тогда открыли огонь, а весь экипаж обвинили в контрабанде. Пришли грузиться, подошли к нам катер этой береговой охраны, сказал, вы незаконно здесь находитесь. Забрали, стрельнули по пароходу один раз, забрали, кинули в тюрьму. Чтобы добиться освобождения, моряки объявили голодовку. У многих обострились хронические заболевания. Но едва вступив на родную землю, украинцы, кажется, забыли все плохое, что с ними произошло за последние 3 года. Я знаю, что я дома. Этого достаточно. Переговоры о возвращении из плена моряков Украина вела все 3 года, рассказал президент Владимир Зеленский. Процесс затянулся из-за сложной внутриполитической ситуации в Ливии. Я дуже радий, що через майже 3,5 роки 14 членів екіпажу танкера «Рута» з Лівії, з полону Лівії, вони були за ґратами і вони повернулися додому. Я радий за них, радий дуже за їх сім'ї. І я хочу подякувати перш за все Міністерство закордонних справ, вдячен їм за спільну роботу зі Службою безпеки України. Освобожденные моряки 2 недели проведут в обсервации дома, а потом мечтают вернуться в море. Инна Мазуркевич, Юрий Шульга, Киев, твой дом.